Нет, определенно. У нас в городе напакостить сограждан – это мания. Спереть значок с авто, чтоб гаду жилось хуже. Мусорку бомжами растащить – ну это уж правило. Трамвай автолюбители не любят. И тайное масонское общество с мощной юридической поддержкой готово. Автобан строит супердороги. А мы их затем подорвем коммуникациями или вообще зимой убирать не будем. Ай, какой крутой западло. При этом все с попустительства начальства. А чё это? За значок Линкольна валяется. Нашёл? Ну, молодец, сынку. Что, увидел немного строительного мусора? Не убирать квартал неделю. Сколько иномарок спорол? Трамваем? 5? Премия в придачу. Где горы снега? А, у супермаркета. А где откат? Молодец. И это все магнитогорский прикол. А вы, автомобилисты, вспомните, почем фунт лиха. Иномарки нравятся нежненькие такие. А деды на телегах вообще, без подвески, страну такую устроили. Только построили как-то криво. И при этом пятка в грудь, да мы все супер-купер. Вот вам и супер-угвазданный участок города. А еще из приколов. Вся тяжелая техника на центральной улице. А вся, что полегче, типа кукурузеров там, включай полноприводный девайс и пробивай бровку. Которую затем уже либо спойлерами, либо лопатами дошлифуют иномарки. А что во дворе? А об этом даже писать грустно. Наше дело – развлекать.